1970 год. Ленинград. Квартира сценариста Владлена Петровича Курочкина. Почти никому не известного, но очень и очень способного. Еще одно. Последнее явление. И опера окончена моя. Исполнен труд. И я свое творение на суд толпы отдам. О, сколько раз перо мне сменяло. Смелость ночь. Гримасничала рассвет. Моя рука безмысленно искала то ли бумагу, то ли пистолет. И вот финал. Название. Буквы, фразы, звезды, точка, благодать, здесь двоеточие, текст, короче, сразу прямая речь, а здесь, не разобрать. Уж прежде, вам падает. Как словно я сказал, сейчас же завершу. Татьяна Георгиевна, может быть, вы поможете, товарищ? Татьяна Георгиевна, у вас такой
большой опыт в театре. А, вы, наверное, хотите послушать. Пожалуйста, может быть, Карл Мисович нам поможет? Пожалуйста, пожалуйста. Сцена белая, глухой белобытый, белобытый девушка в нам, и вам не нужен шаг, и умер. Трамбон и барабан, 18 минут играет в любви, и после взаимных необходимостей. Какое начинается, как толстенный полонет! А затем выливается в нечто поведение. Сбежал, заболял, выливайте вам эти девушка, мы! Она в ужасе! За нею борется тишина. Шах, вступайте в бой и побеждай! Сцена вторая. Мах, Миша, дети, вот отсутствует вокруг побежденного мамонта. Будет славный ужин. Внезапно Миша убегает в лес. Обманутая мама, ты не жестокостью возлюблена. Молчай! Она! Бросай фотографию! Сцена третья. Та же Аляна в том же лесу. Отсюда цели ужина. Шаг и медведь туда танцует вокруг. Кой мамонта? Внезапно шаг. Замечает, что не замужем. В ее ноге покачивается огромное путянное кольцо. Как он ошиб? Как он набрал? Судьба его решена. Он должен вернуться к вам. Но! Мало ли он! Внезапно он замечает озеро, которое все же отходится в луги. Он с тобой, я иду мне дерьма, а я вся, и вся в технике другие. Бросай свой дом. Не в отчаянии. А, не в отчаянии, вырывай кольцо. И прекрасная Карл Мисович, спасибо вам большое. Вы мастер. Нет в мире боли, стихи печали, товарищи, вы почти Шекспир. Ведь хоть совет вели в отчаянии, слезами петь зальется мир. Слезами петь зальется мир. Ну, чертеги ваши весы, кому она обращена? И людям вышедшим из леса, и жить давно прекращена. И жить давно прекращена. Другие нас волнуют небы, боят гранцов и отход. Вот повешенные проблемы, вот от чего нас жизнь. Yeah.
Раньше же смогли мы друг без друга. Остановите, мама, так. Остановите, мама, так. Прошу вас я, прошу вас я. Вы посмотрите уши на себя. Непонятно, куда мой любимый. Yeah.
вопрос второй. Thank you.
Я свободу вернулся в славной дружины, я еще привык к тебе. Будет на пища, будут на шкуры, будет быть волей сына с тобой. Я рад тебя убить снова, и после стольких год не обвинят. Ты красива, так красива, как я тебя попробую поцеловать. Трамбон, барабан, 18 минут играет, все в любви, пьет, и на я.
мы хотим идти. Этот лидер, плагиат,
Хотя на лицо тогда похоже, ты на лет 500 назад. Уже практически как нет того, кто шлепнул. А тогда я на тех лиц не гляньте. Пора опять решать. Заря уже окрасил его обычных труб горячих. Ну все, подписываем Джима и опуск именем своим. Господа актеры, сегодня самое интересное день перед нашей киностудии. Зачем ты хочешь, не мешай пока. Через минуту сюда прибудут очень важные люди. Они дадут нам денег, много денег на целый полнометражный фильм. Прошу не глянчить, не подмигивать. В кармане Настя мне заглядывает. В общем, честь актёра для лет. Ну, врачи, давай, это наше. Смотри и не подведи. Вася, Ома. Капиталы. И Кошин. Прикрасенды. Коля Белый. А я люблю Лёша, потому что я здесь не краю. Я не могу это читать. Святослав Николаевич, может вы? Да, конечно. Да. Не могу. Что за комнатное? Может быть, кто-нибудь?
вам вчера говорила ему, для нас у вас нет. Мне не надо ничего читать. Все. Пожалуйста, пожалуйста, начинайте. Выйдите, пожалуйста. За кругом! Первобытный билет! 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 Отдыхай, Что же это?
Холодный бокал, первый
женщины тепло, твой надежный шквал. Носите горизонт, потому он не носит, и идется на то мой развитающий развит. Это он, славный Роджер. Это он, тигр Роджер. Это он, шарный Роджер. Это он, капли Роджер. Это он, там хохочет, это он, Роджер, просто улетит. Пираты, кошмар, идут на аватаж, и на тайна отбирают за мой ценный багаж. Пойдем, закрой живой.
душа, мой муж, я всегда без ума. Мама, жена моя, ты так хороша, мой, с тобой семья любимая, мама. Мы семья любишь, мам. Милый, ты любишь, милый, у нас с тобой история была. Ты наказалась, ты смельча, когда что все уже не так. Thank you.
сладкий великий кружочек, это вам теплый срочек. Я пишу тебе надежде, но на мой интерес. Я вызову этой цели, и есть раз одна идея, а всего одна идея. Так что видите, как нет. Thank you.
Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы Ша накануне не поссорился с женой. Побитый скалкой, унылый, он решил развлечь себя хоть чем-нибудь и прочел письмо. И все чаще поле их грубых голосов звучало: «Бедный капитан! Бедная! Бедная мать!» Выглядали просто ай-яй-яй, знаете, уже это через край. Да, как они отрасывали тут, и на себе они бегут. Бедный муж далеко, он не может доказать. Thank you.
откройте, дорогие мои коллеги, по грабежу же от Бога. Вижу, вы снова нуждаетесь в добрых целях целями Боцмана. Что же, давайте начнем. Thank you.
Это какая селёдка! Слоча! Слушай, слоча! Ай, это
Барбарой. Послушайте, вы каждую среду платируетесь, и вас еще не ранее выбрали. Как вы думаете, о чем это говорит? Понятия не имею. Может, полагается моя предвыборная программа? Радуйтесь, буду излагать. Потом,
Правда, любимая. Как я тебя обвела, мам, жена моя, ты так хороша. Мы с тобой семья любимая, мам. Мы семья велика. Так, и что у нас происходит? Yeah.
Thank you.
перед вами выступала опера «Матфага». В составе. Валерия Дюман. Полина Пашурина. Анна Фанкина. Анастасия Кузенко. Василиса Толкачева. Вячеслав Попов. Федор Гнутов. Анастасия Тимошова. Соня Фунова. Альфред Алякин. Олег Бульчин. Мария Львова. Надежда Галкин. Ярослава Березятка. Елизавета Пугова. Сашенька Каренина. Святослав Трешин. Артем Ширеев. Егор Максимов. И Андрей Несонов в роли характерного чтеца. Аккомпаниаторы. Андрей Филатов, фортепиано. Николай Малюнин, скрипка. На спектакле «Любовь на заре» работали авторы сценария, Борис Евгеньевич Кантов, Виктор Леонидович Кабельский. Хореографы Мария Васильевна Странникова, Юлия Вишнякова, Мария Радеева. Художники-декораторы Сергей Шумара, Наталья Иванова, Екатерина Зубичева. На пиратской части спектакля работали автор сценария Елена Шумара. Хореографка Юлия Вишнякова, Мария Радеева. Художники-декораторы Илья Зоркин, Сергей Шумара. Художник по костюмам Алена Максимова. Полина Старева и Святослав Трешин. Педагоги по танцу Алена Максимова, Дарья Каренина. Олег Бульчин, Егор Максимов. Концертмейстер Александра Завьялова. Художественный руководитель театра Елена Шумара. Директор театра Татьяна Георгиевна Ходов. Мы благодарим звукооператора Дмитрия Николаевича Лукаша и светооператора Андрея Богданова, а также наших студентов Эллу Екину и Алексея Никандрова за помощь, оказанную при проведении спектакля. А теперь наступает особенный момент. Мы хотели сейчас спеть одну песню, посвятить ее тем, кто когда-либо стоял с нами и был у нас на этой сцене и играл в этом театре.
Мы хотим купить бенефисный рейтинг, вы уже поняли. Спойте ее с нами, пожалуйста. Прошу на сцену. Даже надо это что-то купить.